В Музее политической истории России сегодня открылась выставка под названием «Вокруг трона». Посвящена она 400-летию воцарения династии Романовых, а состоит всего лишь из одного экспоната, который ранее никогда не показывали публично. Это рукописный список начала 19 века с подлинной жалованной грамотой на земли царя Михаила Романова. Он вручил ее нижегородскому боярину Богдану Шипилову за верность трону и храбрость в боях. Чтобы расшифровать текст документа, сотрудникам музея понадобилось больше недели и помощь специалистов. Мы, конечно, предприняли ряд усилий для того, чтобы со старорусского расшифровать его, перевести. Сделали сноски. Мы очень благодарны доктору исторических наук Селину Андриану Александровичу, который нам помогал безвозмездно, причем очень в таких темпах, поскольку у нас проект такой живой. Проект «Вокруг трона» рассчитан на 14 выставок до конца года. Следующая откроется уже 4 марта. Посетители увидят редкие издания 18 века, указы Екатерины II и Павла I, фотоальбом императорской охоты Александра III, а также уникальные материалы о праздновании 300-летия дома Романовых.